Я смотрел на эту штуку и думал, что за фигня такая, что за для чего. А потом вспомнил, что это на стиралку ложись, чтобы белье высыхало. Вот такая штука. Вспомнил там. Воспоминания открыл. Там. Вот это. Тут и недалеко. Вот эта штука, которая выжимать. Короче, две. С одного комплекта вещи. Вот. Тут решил по второму разу поползать. Посмотреть, что-то интересное найти. Вот. Всякое барахло мы тут уже допилим. Вот проход распилили. Потом наша та половина, чтобы она не ушла туда. Или это как... Не, чтобы за собой не потянуло туда. Отделяться будем тут. Вот. Ну и на дрова это уже все. Там соседи вообще уехали. Никому не нужно все. Внукам тоже ничего не надо. Так что мы забираем. Вот. Вот. Тут этот угол я... Тут очень много... запчастей от моторов. Ну, таких всяких. Кстати, аркад. Я не знаю, тут можно, кстати, найти очень полезные вещи. Такие, можно что-то по металлу, там, не знаю. Вот. Короче. О. Ламп. Да, у фонарь был уличный, там какой-то мощный. Кстати, хороший еще. Чугунок. Мусор какой-то. Ой. Металл. Эй. Сколько это, алюминия тут полно. Ну, вывозит отсюда. Это не, пока ничего не будем трогать. Чисто вот эту стенку надо это, разобрать, чтобы она ну нашу не трогала. Не завалилась ничего. Вот. А пока я здесь. Так, ну что-нибудь найти интересно. Танки, клянки. Ну, топорище хорошее. Сухое. Самодельно. Блин. Можно насадить. Топор. Топор. Так, что тут есть интересно? Пауки, ой, бля. Медяшки, может найти что-нибудь. Нет, нифига. Колец тут, конечно, да, полно-полно. Ну, не вряд ли медные. Хотя. Не. Обмедненный. Веревки, вижу хана. Лампочки еще нормально состояние. Банки, банки, банки. Ой, фонарик хоть что-то увидит тут. Кабеля. Ну там мелочь. Не, из мелочи можно что-то интересное найти. Я уж говорю про монетки. Не говорю. Так, тут что? Бутылки. Богатырская настойка какая-то. 25 градусов. Опять перчатки не взял. Ну ладно. Ну, аккуратно. Ай. Пустая. Что тут есть еще интересно? Всякие штуки. Прикольные. Где медяха? Медяха! Лодочка. О, ножок. Полотно. Прикольно. Все с этого. С железной дороги взято. Вот. Да еще в каких годах тут? Вот. Такие штуки. Маленькие. Да не подшиты, старенькие. Короче. Вот, кстати, интересная грабилка. Такая она самодельная.
не знаю под что, ну, понемножку для этих женщин, для них опук, вот. Ну, а что прикольно, да? Стиральная машинка. Рабочая. Ой, дальше, дальше, дальше. Смотрим дальше, дальше. Алюминиевые тазики тут всякие тут. Ну пока не будем ничего трогать, доставать. Алюминий тяжелый, это вообще на черный день. Вот тут вообще склад бутылок был. Ну тоже, конечно, как обычно семья пьющая была. Ну вот складировали. Не, они работали все, нужны дороги где-нибудь там. Ну, в поселке, вот, просто сюда тоже тут магазин был, приезжали, выпивали, ну, как и все семьи нормально. Вот. Ну, что-то пошло не так, и все, разъехались, вот эта Лучковка называется, пила. Тут две Лучковка. Сейчас вот этот колокольчик. Вот посмотрите, какой звон у нее. У него. Сразу поля с коровами вспоминается. Пошел заснял. Вот такой, не знаю, самодельный или заводской. Чтоб коровы не потерялись. Там тоже наверху инструмент, я не знаю, тут очень аккуратно нужно подниматься, чтобы что-то там посмотреть интересное. О, что-то сигнализация, звонок. Ну-ка, ну-ка, мне это не... Что такое? Честно, стырено с железной дороги, наверное. Нифига это. Сейчас, что это? Блин, раритетная вещь. Блин, табличка-то написана. Ну, сигнализация. Так, конечно, заводская, естественно. Какого? Тун-тун-тун-тун. Где стучит? Что стучит? Электромагнит тут, короче, что-то. Что-то там, блин, интересно. Не знаю. А, вот тут, наверное, там, да. Что такое? Ну, вот такая вещь. Блин, нафиг она в деревне здесь? Непонятно. Ой, сейчас на голову свалилась. Можно. Можно. Смотреть тут. Аккуратно, все, чтобы не свалилось. Аккуратненько можно сваливать это барахло. Поплывки. Я бы хотел бы тут найти бы ружье. Ну, ружье они со временем давно продали. Целый музей можно деревенский создать с этих находок. Пилы. Бочка. Аккуратно надо, чтобы на голову ничего. Стекла. Бревна тут хорошие. И этому комнату, может, даже сделаем под себя. Ну, это в наш дверь. Был общий ход. Вот здесь входили. Потом, как бы, тут две семьи что-то жили. Мы в той комнате жили, а потом мы отделили, чтобы не вообще был проход. И это. Ну,
закрыли дверь, короче, скрутили, с другой стороны сделали. Вот. Ну ладно, пока хватит. Потом еще что-нибудь покажу, расскажу.